Спасибо большое за донат. Человек с никнеймом Джефф. Видос на канале Metal Chat. Найден самый красивый аккорд в мире. Я надеюсь, что это коричневый аккорд группы Говниты. Ну, давай послушаем. Музицировал я тут на гитаре, играл. И случайно именно сыграл даже не то, что вот именно этот аккорд, а вот именно таким способом интересным. Тоже очень простым на самом деле. То есть не ждите какой-то сенсации здесь. Все довольно традиционно. Но, вы знаете, вы, наверное, думаете, что будет какой-то замороченный аккорд, который нереально сыграть, там нужно вам 10 пальцев для этого, так расставлены будут все ноты. Нет, отнюдь. Довольно простой аккорд, и он, так сказать, лежал на поверхности. Ну да что говорить, сыграем для начала его. Как же звучит аккорд, после которого уже не хочется вообще никакую песню играть. Просто сыграл один аккорд, и все сказано. Итак, погнали. Да, охуенно. Бля, как я рад, что я угадал. Найден самый красивый аккорд в мире. Блять, это коричневый аккорд, реально. Бля, ну аккорд охуенный, пиздец, реально. После которого уже не хочется вообще Охуительно. Спасибо большое за донат, Джефф. Порадовал, повеселил. Спасибо.